Песня «И кто его знает» была написана Михаилом Исаковским и Владимиром Захаровым для хора имени Пятницкого в начале 1939 года и имела исключительный успех. Маша, Исаковский, посылая свое стихотворение Захарову, писал: «Мне хотелось, чтобы эта песня не была скороговорочной, а чтобы музыка была плавной. Что касается припева, то он, по моему разумению, должен быть каким-то лукавым, что ли». Это потому, что девушка знает, почему все происходит. Но из-за ее скромности, а больше из-за лукавства и кокетливости, делает вид, что не понимает, в чем дело. В нашем проекте эту песню исполнит Светлана Кривошеина. Сергей, а что вы так удивленно моргаете? А кто его знает, чего он моргает, чего он моргает? На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает? Потерял я, отвечай, сердце бедное свое. И кто его знает, зачем он теряет, зачем он теряет, зачем он теряет? А вчера пришло по почте два загадочных письма. В каждой строчке только точки, догадайся он сама. И кто его знает, на что? На что намекает, на что намекает? Я разгадывать не стала, не надейся и не жди. Только сердце почему-то смотаталило в груди. И кто его знает, чего? Аплодисменты.